Привет всем. Хотел рассказать. У меня все спрашивают, говорят, как ты, говорят, от геморроя вылечился. А я, честно говоря, помню, раньше мучился, всем рассказывал, говорю, как это, то, что мне как-то сложно было туда-сюда. Вот. И, честно говоря, даже не заметил, как он у меня и пропал-то. Вот, в итоге, я слышал там, ну, смотрю всякие видео, там, кто-то алоэ там засовывает, куда там не надо, ну, и куда надо, куда не надо. Вот, как бы там помогает. Вот, ну, я, честно говоря, ничего, никуда не это не сувал, вот, никакого алоэ, вот, был момент такой, ну, как все нормальные люди, там, вечером пиво пил, вот, а у меня поджелудочная больная, и здесь был момент, как-то пятница там выпили, там, что-то покрепче, не помню, там, водочка или еще что-то, потом суббота, и началась диарея, а диарея прям получается как с этим, с желчью. Вот, а она щипит до безобразия, ужасно. О, что делать, не знаю. Я и водой там поливать, и холодные компрессы делать. Ну, компрессы, да, помогают, ничего не могу сказать. Вот. Ну, что делать-то? Ну, поддатый там туда-сюда. Вот, ну, я знаю то, что как бы, если при таком деле-то, если там что-то такое, надо с алкоголем как-то вообще завязать, чтобы обострений не было. Ну, что делать-то? Я возьми и на руку взял, насыпал. И все это дело, весь этот, как его, геморрой, я осыпал этой содой. Где-то, не знаю, раз или два, может, три раза в день это сделал. И буквально, не знаю, раза два, наверное, ну, двое суток там, один раз так вот в одни сутки, второй раз, может быть, даже и третий, честно говоря, даже не заметил, но не больше, я не знаю, даже два, наверное. Вот это там раза два или три, возможно. Вот, может, какой-то перерыв был, вот. И, честно говоря, даже забыл, что это такое, этот геморрой. И вот буквально недавно, говорит, Игорь, ну как, что? Я говорю, блин, честно говоря, даже не забыл, говорю, про него. И вот такая вот тема, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Всем здоровья. Кому поможет, кстати, если даже и не поможет, смотрите, это копеечное средство. Ну все, всем удачи, не болейте, подписывайтесь на канал. До свидания, всем удачи.